с Лазарева субботой, дорогие мои. 8 апреля 2023 года. У нас уже, видите, все зеленеет. Так радостно. Вообще так люблю весну. Такая, как у нас она есть. Она у нас здесь такая... Ну, бывают дождики, но по большей части она сухая и очень теплая. И все очень-очень быстро раскрывается, расцветает. Вот сейчас надо мной клены уже начинают цвести. Вот уже они цветочки свои выпустили. Некоторые уже начинают открываться. Все, уже красота. Уже нарциссы цветут. Уже тюльпанчики ранние цветут. Уже все хорошо. Короны. Короны. Скоро будет. Я не знаю, как называются эти, ну, типа лилии, но мы их всегда коронами называем. Там они такие вот. Сверху как будто такой пушистик. Очень тепло, очень хорошо. Вчера общалась с людьми, с приезжими. Они из Москвы, говорят. Мы тут вышли, говорит, погулять. Говорит, никого на улицах нет. А те, говорит, кто есть, они говорят, на нас так смотрят. Ну, наверное, нам сразу видно, что мы не отсюда. Ну, конечно, потому что местные после обстрелов точно не гуляют. Сегодня у нас пока что тихо. Ждем завтра. Большие праздники, как всегда, у нас обстрелы. Поглядим, что дальше будет. Что там будет Пасхи. Все может быть. А я вот вчера показывала обломанную абрикоску. Она так пахнет. Глядите, вся в цвету. Сломанная, вон она, но вся в цвету. Чуть ли держится. А вот там, видите, отломалась. Глядите, а тут уже и барвинок. Мне камера вот так вот цвет не сильно перевирает. Он вообще поярче. Блин, барвиночек как хорошо взошел. Он любит тень. Вот он под деревом. Что, вы потерялся? У нас скоро откроется фирменный магазин Бердянского мясокомбината. Вот же. Ну, тут обидка ходит. Эта обидка не слушалась маму. Да? Да. И теперь обидка наказана. Печаль, беда. А у меня там нет ничего. А где? Все, нет ничего. Там. Все, что тебе прочиталось, я подарила тетеньке в магазине. Мама, что? Я не заставлю возвращаться и покупать. Нет. Я тебе два раза сказала, не пикай ключом, не балуйся. Ты не слушал. Раз пикнул. Действуешь на нервы людям. Там люди работают, целый день им там пикает. А ты специально делаешь. Ну вот и все. Мама. Издевался над людьми. Получил наказание. Да, все. На улицах почти никого нет. День, конечно, предпраздничный, но все равно, видите, по улице пустые. Хотя еще не поздно. 6 часов вечера все. Какое у нас все зелененькое. И алыча зацвела. Такая хорошая.
вот там видно, может, между деревьями, там дальше, там вишенка цветет. Зепа. Еще раз. Зепа. Зепа. Я всю жизнь думала, что это зебра, а это зеба. Треволь. А рука! Алекс, давай, пожалуйста. Соль. Фа, соль. Ля. Ля, мель. Соль. Соль, мель. Фа, соль. Мифа. Ну, ре. Фа, соль, ми. Два, три. И опять. Ну, опять. Соля. Соля, соль. Фа, соль. Ми, ля, ми. Фа, ми, ре. До, ре, до, си, до, си, ля. Си, ля. А... Соль, соль, ля, отдельно. Ну, сильно. Соль, ля, открытая. Ми, ля. Ми, ля, четвёртым. Ми вверх.